У нас всегда была традиция на Кубани приводить свое жилище в порядок, ведь у нас светлый праздник Пасха, и всегда жители на Кубани приводили в порядок, как яичко Христово, делали свои хатки, белили, украшали, белили деревья, убирали, наводили порядок около своих подворий, наводили порядок в скверах, на кладбищах. Я всех призываю выйти 8 апреля и навести порядок в нашем любимом городе, в наших поселках, станицах, наших улицах. Ведь мы все хотим, чтобы вот так выглядели наши дворовые территории, улицы, чтобы был у нас порядок, и мы радовались своему городу, своему району, потому что мы его очень с вами любим.